Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Trail 2017 года выпуска. 2.5 бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 30 тысяч километров. Заменю на нем масло в двигателе, масляный, воздушный и салонный фильтр. Открываю капот. Здесь две клипсы. Сейчас их сниму. Опять ветер на улице. Ну а теперь, я думаю, крышка без вопросов откроется. Две защелки по бокам. Здесь, если одно упростят, другое усложнят. Ну, грязноватый, но не смертельно. Устанавливать фильтр буду фирмы Goodwill Меняется легко. Вот эту часть, в принципе, можно было и не снимать. Он наклоняется и достается. Я думал, крышку целиком снять. Откручиваю маслозаливную пробку и щуп достаю. Ниссановская тема.
Масло уровень, немножко темновато. Поднимаю автомобиль, сливаю масло. Автомобиль поднял, правое колесо можно не снимать, подлезть, масляный фильтр заменить просто на замене. Его так оттопыривают и меняют, но я покажу, где он. Поэтому снял и более детально подобраться. Снимаю 6 клипс, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, 6. Вот масляный фильтр. Здесь уже сделали вот такой как бы стаканчик, чтобы масло получается. А все равно будет попадать на подрамник. Бумажку вот так вот подержу здесь. Фильтр Мале стоял. А не, не попадает на подрамник. Можно смело, не снимая колесо, оттопырить и потом мыть ничего не надо будет даже. Только сверху, вокруг фильтра смыть и все. Беру новый фильтр фирмы ВИК C224. Резиночку смазал маслом и прикручиваю. А теперь снизу, вот здесь вот, чтобы не капало масло, очистителем смою. Закрываю крышку. Клипсы смазываю силиконовой смазкой, мягче закрываются и потом будут мягче открываться. Все клипсы поставил, смажу немножко ступицу. Устанавливаю колесо и сливаю масло с поддона.
пробка на 14. Рядышком отдергивать быстрее руку надо, чтобы не облиться. Сливаю. Закручиваю на место пробку. Опускаю автомобиль и заливаю масло. Заливаю масло. 5W30, 5W40. Пробочку я вскрывал, масляный фильтр мазал, резинку. Номер для заказа KE900-942. Здесь полная заливка 400, но 4 литров здесь хватает. Закручиваю пробку и вставляю щуп, запускаю двигатель. Вставляю щуп, двигатель запущу, заглушу. И пока меняю салонный фильтр, у меня масло стечет, я смогу выставить уровень. На этом экстра сделали более удобней со стороны пассажира, с правой стороны. Сейчас освещение добавлю. В ногах справа вот есть крышка, она уголком сделана вниз. Вот здесь сверху есть саморез под торкс Т20. Его выкручиваем и снимаем крышку снизу на защелке. Сейчас отщелкну ее. Одной рукой неудобно. Вот так вот камеру поставлю. Ее надо сверху, вот он, фиксатор, его нажать и снять. Не снизу, я думал снизу. Ну вот теперь фильтр можно вытащить. Фильтр очень грязный, похоже, его до этого не меняли. Поленились. Хотя денег взяли за замену. Да, маленько возьму компрессор, дуну все-таки оттуда. Хотя лучше, наверное, не компрессором дуну, а вентилятор включу. Все, выдуло оттуда грязь.
Беру новый фильтр. Новый фильтр фирмы СКТ. SAK-314. Фильтр идет угольный. И завожу его на место. Конечно, немножко неудобно здесь его устанавливать. Чтобы установить, приходится мять. О, все. А там теперь его расправил. Шевелится свободно. И защелкиваю крышку. С камерой здесь неудобно. Часть приходится делать на ощупь. Вот низ завел и вверх защелкнул. Саморез на место, опять же на ощупь. Вот и все. Теперь остается самая малость — пропылесосить в салоне, потому что тут всю грязь выдуло. Ну вот и все. Идем проверяем уровень масла. Уровень масла половина. Здесь не 400, здесь как минимум 4800, потому что половина щупа — это примерно пол-литра надо долить. Доливаю масло.
Сейчас течет, проверим. Еще 5 миллиметров не хватило. Поэтому получается сюда, как я и сказал, 4800. 4800 им нужно. Все, вот так я оставляю. 3 миллиметра до максимума не хватает. Сейчас еще чуть-чуть подтекет. Закрываю пробку. И на этом замену масла масляного воздушного и салонного фильтра я закончил. Всего вам доброго!